Окружной проект «Театральное Приволжье» в эфире национального телевидения. Вчера зрители увидели первый спектакль, поставленный самодеятельными артистами из Башкортостана. А вот что думают по этому поводу профессионалы. Окрас появился у этого фестиваля, поскольку молодежь, она всегда интереснее, как-то креативнее подходит ко всему, честнее, я бы даже сказала. Особенностью этого фестиваля был как раз энтузиазм школьников, их неподдельная любовь к театру. Может быть, даже и потому, что они не профессионалы, поэтому они с большей горячностью какой-то, с большей искренностью подошли к этому. Поэтому я считаю, что этот фестиваль, он объединил не только участников, но и зрителей. В свое время классик Николай Васильевич Гоголь сказал, что театр – это кафедра, с которой много добра можно сказать миру. И это действительно кафедра, потому что она обучает. Она обучает добру, искренности, откровенности, честности. Вот на сцене врать нельзя, потому что на сцене все видно. А молодежь, она тем более, им есть о чем сказать, им есть о чем поспорить. У них еще нет жизненного опыта, но у них уже есть желание быть услышанными. Вот поэтому я считаю, что такие фестивали необходимы, нужны. Они растят наше новое поколение зрителей, умное поколение.